Так, ну что делаем сейчас? То есть закончили где-то прописочку. Сейчас наши фрукты чуть-чуть дробноватые. По цвету, по тону. Мы их немножечко обобщим и чуть-чуть поработаем с фактурой. То есть у нас сейчас фактура на фруктах такая же, как на фоне, на заднем. Поэтому где-то, вот может быть, пальчиком чуть-чуть объединим нашу вот эту вот мазистую массу, мои ручки, и заодно вот эта вот фактура от пальца, она, в общем-то, немножко передает поверхность. Вот, гладкую, но в то же время бугристую поверхность фруктов. Еще раз взять кисть поменьше размером и
еще раз чуть-чуть уточнить форму предметов. Все может быть за счет фона. Чуть-чуть где-то подправить силуэт нашей игрушки. Чтобы помочь нам выявить как бы объем, усилить его.
где-то, может быть, вот чуть-чуть, немножко обобщить вертикальные плоскости. Сейчас как бы она слишком рельефная, слишком активная, и из-за этого предметы у нас чуть-чуть теряются. У нас предметы не главные, фон у нас второстепенный, поэтому это фон можно маленечко обобщить. Но сильно не переусердствуйте, чтобы сохранялась фактура. Фактура вот этой мятой ткани. Это граница между вертикальной плоскостью и горизонтальной, можно тоже списать. Чтобы она работу не резала пополам, можно эту границу сделать мягче. Маленечко писнем еще самую нашу крайнюю игрушку. Чуть-чуть она по цвету выбивается из общей гаммы. Слишком такая незрачненькая. Чуть-чуть мы ее повеселее сделаем. Где-то вот так. Веселенькие, тепленькие оттеночки мы на нее пустим.
на этом можно остановиться. Это все, наш натюрмортик готов.